Злоумышленник решил проверить возможности своего авто. ВАЗовская «семерка» с существенным превышением допустимой скорости пыталась оторваться сразу от нескольких экипажей ДПС. И только благодаря профессионализму инспекторов, вынудивших правонарушителя свернуть из спального района на менее оживленную проселочную дорогу, возможных трагических последствий от пьяной езды удалось избежать. Заехав на пашню, водитель не справился с управлением, и автомобиль после резкого заноса остановился. Андрей, уходим, хватаем. Причину неповиновения злоумышленник чистосердечно рассказал инспекторам. Молодой человек сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он не имел права управления транспортным средством, поскольку уже задерживался за аналогичное правонарушение. Сколько выпили? Две полторашки пива. Две полторашки пива. Видели, что сотрудники полиции вам подали жестом, да, светящимся жезлом, требования об остановке? Видели. Видели? Почему не проигнорировали? Думали, уедем. Уедем. А слышали неоднократные требования, поданные вам через громкоговорящее устройство? Слышали, да? А почему не остановились? Не могу сказать. Не могу сказать. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.